Это первый диск. Ну, не знаю, бошка-кабошка. А, тут такая коробочка прям понтовая. Я такие не видел уже лет 15, наверное. Да, я тоже очень долго их не видел. Это какой-то буклетик, судя... О, это буклетик полноценный со всеми. Да, тут, походу, 4 диска, ну ладно. Это что, закрывается? О, тут 6 дисков. Нет, сколько? 5. 5 дисков всего. И... Блин, пятидисковые коробки, какой адок. Да. Ну, соответственно. Угу. Надо тоже скорее посмотреть, что там. Ну, тут все как стандартно. Обложка, диск. Мне очень нравится, когда они делают вот такие вот хрени. Типа внутренний какой-то арт. Угу. Но там арты еще что-то написано. Да, какая-то инструкция. Типа мануала. Не, ман. Ну, то есть это мануала, кстати, не нет. Двойная обложка, как у того же Bioshock Infinite было. Диск, как диск, не знаю. Ну да, да. Эх, сейчас бы цветные диски, как в 2000, как в 93-м году, короче. Цветные диски. Так, чтоб... а что еще? Черненькие. Там какое-то дно. О, о, дно крутое. Они решили... Коробочка, кстати, классная. Угу. Все на дно. А, тут специально для нее хренька есть. Это я, деп. Ну, артбук. Да. Yeah. Ладно. По-моему, самая интрига — это письмо все-таки. Да. Сейчас письмо оценим. Главное, чтобы там не было слишком сложных кондей. И у меня нету клевого ножика, чтобы открывать письма. Потому что я что-то не хочу ломать эту печать. Посмотри, типа. Может, получится ее так открыть. Нормально. Не, тут даже либо сбоку разрезать, либо печать ломать. Ну, наверное, разрезать сбоку лучше. Печать оставить? Ну чё, она вроде клёвая. Вообще. Вообще. Как обладателю персоны, короче. А, да забей, такая печать. А, окей. Нет, скажи еще сбоку. Раз. Лучше открой сбоку. Она начала бумагу рвать. Я, по крайней мере, начал слышать об этом. Кек. У меня нет клевого ножа. Когда ты лакшери, то можно сидеть сразу в двух шляпах. Педро, го рифы. Любые. Зачем рифы, когда есть брейкдауны? Ну, брейкдаун тоже риф, короче. Тут письмо от Игоря. Как-то так. Ляпота. Я отвечу, автограф. Take your heart. Бля, предок, давай потом починишь. Не слышишь нихера. Это магнитик? Нет, это карточка с ДЛЦ каким-то. Для тебя это? Это карточка, которая позволяет скачать все DLC-песни с предыдущих частей. Какие-то сеты. Изанами, Изанаги. Ей, сайты Изанами, Изанаги. В общем, это DLC. Тебе это коллекционка японская пришла, да? Да. Кайф. Еще много, в принципе, пришло. Тут не одна посылка. Как-то так. Есть еще. Я, в принципе, даже что одежду заказал. Так, ладно, это пока все отложу. Надо арбук чекать. Бля, он огромный. Persona 5 артбук.
Тысяч. Шакал. Ну, в твердом переплете. Шакал в твердом переплете? Здорово. Твердый переплет, это круто. А уж шакал в нем еще круче. Ну, этот весь арт мы уже видели. А что-нибудь новое есть? Концепт-арты есть? Черно-белый, в смысле? Ну, всякие скетчи, короче. Да, есть, да вон их тут много. Скетчи-тернеры. Заебись. Ра. Сейчас еще. Я не понимаю, короче, как, почему косплееры вообще, типа, ищут референсы у нас, когда можно просто заказать артбук, и там есть вообще все, короче. Потому что косплейщики слишком богатые, типа, шини. В конце концов, типа, артбуки можно на eBay покупать. Угу. Нормик. Сколько в нем страниц? Страниц? 64. Немного. Бумага глянцевая? Как различить, честно, не знаю. Отсвечивает? Ну, типа она, да, отсвечивает. Она отсвечивает. Вкусная. Угу. Вообще найсово. Ну, у нее прикольная персона. Кайф. НЛОшечка. Да. Вот ее скетчи. Кайф. Ну, типа, приглашение и DLC-коды. Приглашение куда? А бог его знает. Я не стал вчитываться. Блять. Да, это. Мужики на больших джипах. Да. Котейка, размеры котейки. Но честно, мне. Блять, там какой-то автобус. Арбуки по Sawyers мне больше понравились. Ну, типа. Портреты персонажей. Угу. In Before Persona 5 Arena. Найс. Nice. Так, это, я так понимаю, уже бесперсонные персонажи, скажем так. Ну, жиробас какие-то. Какие-то вот, жиробас. Вот, там девочки подъехали. Да, они классные вообще. Вот поэтому ты не можешь, предок. Вот Йоши нравится Оля, он побеждает. Угу. Так водится. Жалко, нет никаких предыдущих персонажей. Чувачок в кепке мне напомнил про Paranoia Agent почему-то. Нет, еще много, но сын. Подушки? Ты, у меня много подушек. Я же уже показывал. Ну это пошли арты всяких локаций. Угу. Прикольно этот, вон тут, плакат. Угу. Это еще... Такие арты всякие. Стильненько. Ну, просто он опять... Да. Короче, куча косплея главного героя. Все эти плащи, как бы, они располагают всегда. Ну, пошли скетчи и комментарии к скетчам. Не знаю, как это правильно. Вот там внизу. Угу. Ну да, стильненько, стильненько.
Не знаю, остальное вам вряд ли будет интересно. А что там еще у тебя есть? Вообще. Ну еще вода есть. А, он еще и в таком сливе, короче. Может, в чем? Ну, в рукаве, короче, чтоб можно было потом его упаковывать. А они тут все упакованы, тут даже диски были упакованы, правда, прозрачные. Да, надо все это забрать. Провер, ты на PS3 заказывал? На что? На PS3 заказывал? Не, на PS4. А, на PS4? Думаешь, это обновляться? Так у меня есть... Не, я просто... Я исключительно что купил на PS3, то вот это. А-а-а. Не спрашивайте, зачем я фунтик брал шару. Так бы я, в принципе, отменил бы, не стал бы ее заказывать. Если бы не одно «но». А чё это? Чё на PS3 взял, а не на PS4? Ну, потому что не хочу оплачивать PSN. А. Сейчас я ещё остальное скажу, какую знаю. Из остального, короче, есть такая анима, как называется, Кирина Мазай. Хирина Хазай. Короче, там по ней еще вебка, где там деваха орёт. Ай-яй-яй! Не видел? Нет. Шебом. Ну и да, это школьница. Они короче, все там пусть что-то вроде такую хуйню, только мужскую версию. Где камера? Как-то вот так вот. Тем более, что я еду в Лондон. Подожди, это же то, что мы смотрели. Ну да. Ну найсово. Да, она охуенная. Она тебе по размеру нормально подходит? Чуть-чуть мала, но потому что я стал жирной дрянью. Но, в принципе, я нормально ношу, без проблем. Вы где-то у вас такую раздобыли или заказали? Я заказываю все. О, слушай, а можешь мне тоже ссылочку кинуть? На Амиаме, естественно. Это уже раскупили, потому что я купил... То есть ее переиздавали, я вот переиздачу купил. Вы видите, что там в чате делается, да? Да. Шиня говорит, что это был не Лагмемор, а какой-то конченый. Так что, говорит, я никому на деле не проиграл. Нормально. Серьезно? Да, ну, понимаешь, этот самый. Все, ну так что, говорит, на деле я никому не проиграл. Не проиграл, потому что не считается. Он играл не на результат, парни. Но приехали, как обычно, всякие хреньки. Ну, это как в коробку кладут. Да.